Так, у вас же звук есть. Да будет воля твоя, на все, что будет со мной, на непроигранный бой, на ненаписанный день, на удивленных людей, да на круги по воде, да будет воля твоя. Да будет воля твоя, на явь мою и на сон, на чистом горле звон, на белый дым без огня, на сказки, что расскажу, на ленты, что завяжу, да будет воля твоя. А там, где воля твоя, другая будет земля, а там, где сердце твое, ложатся звезды в поля, на всех, кому не приду, на радости, на беду, да будет воля твоя. Саша, это у тебя что на клаве? От коронавируса. Шапочка из фольги, да? Шапочка из пчелы. Так, ну что? Шапочка. Времечко у нас уже начинает заканчиваться, потому что нам хотелось бы в 9 продолжить, ну там, живой этот эфир еще. Отсюда, с чердака. У кого-нибудь еще есть желание что-нибудь спеть, прочитать? Ну вот могу сейчас быстренько. Ну давай. Импровизируй. Если можно. 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 Ага. Ну и так. Ура, пришла весна. Слышно? Да-да-да. Да. Импровизация. А ты вот так подержи, чтобы я с текста видела. Вот. Ура! Пришла весна. Резвятся птицы в стаях, а в небе тонкой синью. Звук не знаю. У нас, я, кстати, еще на камеру записываю. Сейчас просто этот, как его? Игла ходила. Курит не сохранник нас что-то напряг. Чтобы закрылялись. Ну, сколько он стоит? Не знаю. Ник, ничего быстрее. Ну, по пару песен споем, живем. Окей. Ну там просто, видишь, он что-то говорит, это надо теперь с этим, с руководством согласовывать было. Это я вот даже и не знала, что надо с руководством было согласовывать. Теперь, оказывается. Ну, в общем, короче. Сейчас растусуемся, сейчас двоих провожаю. Надежда просыпается, а утро солнце молится. По паре песен сыграть и все. Хочется. Кому? Кто сыграет? Вам. Как-то. Вам? Не до слез. Николай, спасибо, Христос воскресе. Слушай, надо, в общем, закругляться, потому что тут, оказывается, у нас есть временные рамки еще тут, где мы находимся. Я не знаю, твою песню эту я бы еще бы... Может он еще сыграть? Конечно. А потом кто, вы или я? Кто? Ну, ты потом... Можешь еще сыграть песню новую? А то мне не записалось. Хорошо. И на этом мы закончим, но это был эксперимент, вы уж простите. Все отлично вообще. Ну... Да, давайте тогда Николая в заключение, как, так сказать, основного модератора. Я надеюсь, что в этот раз мне не вырубится. Вот, мы потом еще по паре песен у нас перейдем в контакт, сыграем по две песни и на этом завершим наш концерт, потому что нам тут уже просят закругляться. Так, все, сейчас выключаю звук. Да. Значит, так, и...
играют. Я с просонья взъерошен, растерян, что время к полудню. Поднимаюсь, освистанный ветром, на палубу дня. Мой корабль, как щепку несут, беспокойные будни. И признаться, я жду, не дождусь уже крика земля. Только рано спускать паруса, собираю все силы. Я встаю, растрясаю бока своей тучной хандры. Вспоминаю, похоже, вчера ты о чем-то просила. Но что именно должен я сделать, не помню, увы. На стыке мысли и слова, чувства и взгляда, взять за основу того, кто рядом. И если не в силах помочь, хотя бы не навреди. Я хочу научиться так жить. Словно синее море, дарящее берегу волны. Мне так хочется верить, и я смогу отпускать. Все, чем рытвины сердца набил, все, чем голову полнит. И все то, что пока не могу от себя оторвать. Разрази меня песня, не дай мне в словах захлебнуться. Я держусь за сейчас, но смотрю то вперед, то назад. Это трудно принять, я боюсь от тебя отвернуться. И опять опуститься в свой словно устроенный ад. Ну просто подвигайте. А, ты имеешь в виду, ты вот так оставишь просто на тебя, наверное? Да, конечно. Да, конечно. Взять за основу того, кто рядом. И если не в силах помочь, хотя бы не навреди. Я хочу научиться так жить. Ну да, по идее, кому-то... Такой звук гитары странный. Мы однажды увидим, как сложатся вместе все части. Соберется весь пазл в пронзительную красоту. А вроде. Мне буквально на миг приоткрылась механика счастья. И с тех пор я куда веселее по жизни иду. Все, всем спасибо.
Христос воскресе. Все, всем пока. Мы сейчас еще ВКонтакте повещаем немного и отключимся. Все. Спасибо. Спасибо. Я благо.